Новая молебная комната. Ее открыли в Дагестанском государственном техническом университете. В торжестве принял участие председатель муфтията Мухаммад Майранов, а также представители власти. Экскурсию по месту для богослужения провел ректор ДГТУ Нурмагомед Суракатов. Как сообщил ректор вуза, внутри учебного заведения есть цех, в котором изготовили необходимую мебель для молебной комнаты. Для совершения омовения подключена как холодная, так и горячая вода. По завершению экскурсии делегация совершила коллективную молитву. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. Биссмиллахир рахманир рахим.